А сегодня вот просто бешеный дождь какой-то пошел. Почему я звук слышу слева где-то? А, вот почему. И все... О, хотя бы один мне упал. Три штуки упало туда. Видите, вот раз, два, три. И один упал сюда. Погнали. Помедленнее, походу, сегодня играть. Тысяч 50, наверное. Русского комьюнити на стримах в целом по Таркову. А сейчас и того меньше. С ожиданием вайпа. Что ж ты будешь делать-то? Не пробивают теперь 855 и 1 стекло, что ли, блин? В рыбах. Урон теперь съедается так сильно или что? В чем проблема-то, блин? Который раз я уже замечаю, что 5.56 перестали в рыбах убивать типов. Что происходит? Опа, чел к нему идет какой-то. В маске Тагилы, кстати. А Тагилу я, кстати, тоже не пробью. Он на окно залез. Походу спреить его сейчас будет. Заспреил его, да? О, его взорвали. Ага. Чел в маске Тагилы взорвал типа в окне. Бля, я как передачу в мире животных смотрю. Двенадцати семь, не, опасно. Там еще третий. Что? Я как хорошо рыбов показывают, чат. Теперь там будет стоять, наверное, 20 тысяч лет. Ну, примерно так, по моим подсчетам. Красивая, да. Для попробовать красиво убить его, чат. Или ну его нахер. Давай. Понял. Hello. Сука, самолет летит. Как не вовремя.
Не понял. А где еще один товарищ? Прыгай. Прыгай, дружок. Так и думал. Я слышал, что он достал гранату, но не кидает ее. Так. Нас еще поджидает. 68-й? Кто? Чел, сходи пивка попей. Ты че, блин? Да не говори. Опять новичков ходим, убиваем. А, он пособирал своих тиммейтов даже тут. Офигеть. Так, тогда мы что сделаем? Я там слик видел на улице. Кстати, они могли раскидать там своего типа, который на улице лежал. Так, М-ка пойдет. А нет, не раскидали. Металл. Кто-то справа по краю карты идет. Вот там. Unlucky, чел. Куда же ты идешь-то? Бля, слева флешки. О, опять этот чел. Ёб твою мать. Понял вас. Ну, типа тут ничего интересного, да, я так понимаю. Летает много самолетов по локациям. Супер много самолетов летает. Вот весь эвент. Ну, жалко, конечно, но что теперь поделаешь? Пойдем на выход. Так, лучше оптику хайпнуть. А чем лучше-то я эту оптику не использую? Чат, ну, ну смотри. Просто, блин. Просто уф. Регнуло? Второму регнуло? Регнуло. Вроде как. Этого, похоже, замочил. Не трожь там, алло, блин. Замочил он. У нас там сейчас зверь уйдет на другой кордон, блин. Пока я тут с тобой бегаю.
69-й. Повылазили, ты смотри, фулки, блин. Перед вайпом. Оста. 28-й. Что там, привезли патроны? Не привезли. А что у меня за квесты, не понял? Конвоир. А, у меня 60 уровень. Сила плюс 1. Блин, к 60 уровню уже у всех сила плюс 1. Зачем они за квест дают силу? Это что? Передать Эпсилон, кстати. Вот он, чат. Вот он, этот квест, который, про который я вам говорил, помните? 777 тысяч опыта. Этот квест дает. А что за него, кстати, дают, интересно? Давай посмотрим. Передать. Бам. Что-то там прокачалось, я проглядел. Короче, 1,5 миллиона. И что-то там прокачалось. Что там сейчас прокачалось, я что-то не увидел чат. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.